мы сегодня видели противопожарную службу субъекта 55-ю часть, она оснащена более уже современной техникой. Не только техникой по тушению пожаров техногенных, природных, в том числе и специальной техникой для тушения пожара высотных зданий на объектах промышленности и экономики. Здесь нужно, наверное, отметить, что техника сегодня идет современная, она оснащена новым аварийно-спасательным инструментом, и пожарные спасатели, которые находятся здесь, вот в пожарной части 55-й, они имеют допуск работы не только на тушение пожара, но и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с этим тушением пожара. Прикрывают основную часть города, прикрывают федеральные трассы, реагируют на дорожно-транспортные происшествия, на ликвидацию аварий, социально значимых каких-то происшествий. И это большая помощь, большая подмога федеральной группировке, которая находится на территории области. Мне работа очень нравится. Почему? Чем привлекает? Ну, во-первых, тут пожарная охрана – это как большая одна семья. Это как у тебя пожарная часть, как второй дом. Коллектив твой – это как твои братья, так сказать, по оружию, потому что… Все работаем вместе, одно опасное дело выполняем, порой нелегко, и чувство локтя – это обязательно важно в нашей работе. Чтобы быть уверенным, что у тебя спина прикрыта, что тебе помогут и от себя, так сказать. Номер 3 противопожарной службы Вологодской области в лице начальника филиала Александра Сергеевича Кихтянина. Урманов Николай Николаевич. Командир отдельного поста, номер 68, поселок Коклова, Кадуйского района. В населенной местности, в сельской местности, в районных центрах это 20 минут. Но мы понимаем о том, что за 20 минут можно приехать там километров за 30, не более. А есть расстояние там 60 километров, 70 километров, что требует других способов тушения. Приехать можно, но зачем вот что-то делать? Поэтому мы по поручению губернатора уже 3 года подряд создаем сеть добровольческих подразделений, которая находится в зоне быстрого реагирования 9 или 12 ли поселений, где-то в центральной усадьбе делаем, а они прикрывают вот такое не более 10-12 поселений, чтобы вложиться вот в этот норматив.